городской врачка, халаде. Хорошо, хорошо. Приездом, давай, заходи там, ед псыр кой. Полостили, сейчас масахана сделаем на тапчине. Кайф. Ой, какой миленький барашек. Чё, зачем ноги завязывать? Давай, врачка, быстрее. Ну. Все, тогда... Эй, не уходи, врачка, одному неохота. Не обязательно, да, присутствуй, да? Эй, шашратпай, тюмень чуши. Шампунь опять, шампунь. Хорошо. Давай, приезжай там, врачка. О, молодец! Алада бунда дюшо! Эй, просто вот так! Подать можно? Плевать надо! Возьмите, пожалуйста, за счет! Так, подожди! У вас же тут есть приложение, да, где можно ввести промокод, и мы получим кэшбэк, верно? Это девочка Найман! Блин, раздай интернет, пожалуйста! Хорошо! Так, подожди. Ты же вчера только тариф переподключила. Это девочка Найман. Блин, девчонки, давайте быстрее. Кстати, Баха, ты можешь мне свое платье одолжить? Да, конечно. Это девочка Найман. Уф, я не могу такси вызвать. Да не парься, я сам вызову. Это девочка Найман. Да, спасибо большое. Чего ты стоишь? Пошли давай. А где моя сдача? Это девочка Найман. Я еще пакетики возьму, да? Это девочка Найман. Если тебя не приняли на работу, не унывай, не делай ничего и просто жалуйся на жизнь. Если у тебя есть лишний вес, то хуй с ним. Если у тебя нет денег, тогда подними жопу с дивана и возьми в долг. Спасибо! Если ты докатился до того, что тебе лень выключить свет, тогда зачем тебе твой братишка? Я брачка, и свет отключи! Красавчик! Ты можешь добиться девушки повторением мать учения. Хуй с ним! Все в твоих руках! Ни хрена, в твоих руках ничего нету! И если тебе надоело так жить, тогда смирись! Ничего не изменится. Я пошел поплачу. Что, ты в горы? Да. Мама деньги не дала? Нет. На. Спасибо. Вещи мои постирать. Спасибо. Кто написал? Никто. Кто написал? Да это со школы. Сюда дай телефон. Да это со школы. Телефон сюда. Да это со школы. Какая школа? Я телефон. Чер... Карина, ну-ка иди сюда. Иди. Я про Сиди все расскажу. Иди, никакой ей. Кетчуп подай. Сам бери в следующий раз. Э, чё сидишь? Чё стоишь? Чё лежишь? Э, сына, неси эту ключ, неси. Твою мать, пиздец, у кот ножов. Сиси. Э, сын. Ну, что за сонный королевство, э? 6 утра надо вставать. Я армянам капкан закал какую? Я меня вот этот одноклассник зарегистрирую. У меня в Германии одноклассник есть. Паша его звали. Я хочу найти его. Стерим, ты че думал, идиот там? Вася, ничего нет у тебя. Ты знаешь, я хотел сказать, что ты такая же прекрасная, как этот цветок.
я недавно читал вот дневник Анны Франк. Это, знаешь, меня прям в дрожь бросало, да. А, это просто шрам. Я спасал 3 котят, в горящий дом зашел. Ничего необычного. Слушай, а ты смотрел сериал «Эйфория»? А, этот сериал, да, я смотрел. Он вообще ни о чемски, знаешь, мне не нравятся персонажи. Короче, ты классный парень. Но имей в виду, я обманывала людей. Да все равно. Воровала. Я убивала людей. Вообще похуй. И я хочу серьезных отношений. Это был хороший вечер, спасибо, мне бежать надо, хорошо? И тут пыль такой оставь. Блин, надоели жизнь, отстой, блин. Предки заставляют учиться на улице, блин, погода вообще ни о чемская. Что, интернет запретили, надоел уже, блин. Я, ты что жалуешься, я? Я в таком мире живет, я 30 лет назад вот, до зависимости, знаешь, как мы жили? Я у вас на улице асфальт есть, понимаешь? Ну да. После еды салфетки руки вытирать, понимаешь? Я, у нас была один инстаграм, это газета. Эту газету потом в туалетную бумагу, это поджигаешь дрова, понимаешь? Никаких лишних отходов, эй! Я в Аргой вот так когда в школу шел, там волки на улице ходили, понимаешь? А ты жалуешься им. Я... Алла, ё-моё, ты где? Блин, братан, у меня 2%. У тебя всегда с собой зарядка есть? Берешь, пожалуйста. Зарядку? Вот возьми. Только оригинал, брат. Не оставь, пожалуйста, не забудь, ладно? Хорошо, хорошо. Рахмет, брат. Алло. Алло, брат, блин, ты зарядку забрал все-таки? Да-да, зарядка у меня. Может, развернешься, приведешь обратно? Не, братан, я где? Табак, совхоз, живу, это 80 километров от Алматы. Что тебе оттуда? Зарядку тебе везти? Зарядку я завтра принесу. Блин, а. Ладно, завтра возьму тогда. Оригинал, брат, не потеряй, пожалуйста, не оставь дома. Кто там? Брат, я приехал за зарядкой. Давай я заберу, а, блин, потеряешь. Оригинал просто, честно я тебе говорю. Блин, дебил, на! Какой сейчас год? Чего, блин? Какой год? 20-й, бро, 20-й. Так, зомби напали уже? Не нападали. Упс, не парься, братан. Подожди, чё, бля? Ну что, всем привет, это Биржа Труда, и сегодня мы расскажем про то, куда можно устроиться на работу и поднять немножечко бабло. Ну, начинается вот это, блядь. Все, кто на работу ходит, глупые, надо на себя работать, блядь. Всем привет, сегодняшняя тема — английский язык. Учим английский язык вместе. Давайте повторим слово today. Сегодня они уроки удлиняют, чтобы бабки чисто жесть поймать. Пиздош, бля, английский, ну. Дорогие друзья, мы живем не самое спокойное время, поэтому не забывайте носить маски. Я вижу эти понты ваши, чистый бизнес-проект. Носите с собой антисептики и вы, не вот эти маски продаете, блядь. Эй, слышь, ты, да, блядь, на диване, слышишь меня? Ты, блядь, сам нихера не делаешь, дома сидишь. Заткнись, мне хотя бы не мешай, понял? Все хорошо. Сам не хочешь лучше становиться, блядь? Идиот, блядь, бесишь аж нам. Да ладно, что ты, братан, дай мысли вслух. Иди, блядь, маску надень. Ну что ж, дорогие друзья, надо надевать маски, брать антисептики и никакой паники. Сегодня мы будем делать water challenge. Все, давай, набираем полный рот воды и угорать. Ну, что? Ну, давай. Все, пошли. Систа, давай. Давайте, от души прям, а устал. Я с водой уже смеялась.